Военно-учетные работники и кадровики округа повысили свою квалификацию. В администрации для них провели учебно-методические занятия. Его темой стали детали воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Свои знания пополнили 50 специалистов организации округа. Торжественным моментом стало вручение ряду сотрудников благодарственных писем за высокое качество работы по ведению воинского учета. Подобные занятия проводятся ежегодно. Они позволяют работникам организации на местах качественно решать задачи в области обороны, возложенные законодательством Российской Федерации. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.